Здравствуйте, это мой первый видеоотчет о дистанционном лечении по скайпу с Давидом. Моему ребенку на данном этапе 3,3, у нас задержка психоречевого развития. В связи с этим я решила связаться с Давидом, и у нас на данный момент было 3 сеанса. И были изменения в лучшую сторону, о которых сейчас расскажу. Во-первых, у нас ребенок начал складывать пирамидку, который до этого категорически отказывался. Потом сортировать геометрические фигурки, треугольнички к треугольничкам, прямоугольники к прямоугольникам и так далее. Появились звуки, которые до этого раньше не было. Он открывает рот, голосовыми связками пытается произносить «иа» и так далее. Хотя до этого просто мычал и рот вообще не открывал. Еще у нас появился интерес к тому, как я рисую на асфальте мелками фигурки, там треугольнички и так далее. До этого он категорически отказывался, не обращал на это внимания, ему это было неинтересно. А сейчас у него проснулся интерес, он даже сам пытался на корточки присаживаться, и я ему ручкой водила. Так что вот такие вот как бы изменения в лучшую сторону. Надеюсь, они у нас будут продолжаться. Спасибо вам, Давид.